Итак, всем привет, друзья. Прямо сейчас меня братишка ведет в тюрьму. Это все за то, что я своровал у него алмазы. Он решил меня просто взять, посадить в тюрьму. Кинул меня в ловушку, и я ничего сейчас не могу сделать. Я просто связался. После этого он меня захватил на поводок, и все, я ничего не могу сделать. Все, я теперь стою в тюрьме. Так, ты же меня развяжешь, надеюсь? Развяжи меня! Потому что он меня не развязал. У него есть ножик, полюбасу, с помощью которого он может развязывать. Господи. И что мне делать теперь? Мне что, и правда здесь сидеть? Что он кинул ножик? Алло, может ты меня... Он еще и рофлит. Вот говнюк. О, отлично. Так, ну, правда, я не могу выйти. Блин, господи, какого хрена, чувак? Я же... Это был просто прикол. Ты заберешь свои алмазы, я дам их. Так, он еще начинает надо мной рофлить. Понятно. Так, и ой, тут еще и куча камер. Господи. О, опа, опа, опа. Нет, выпусти меня. Да, господи, он мне кинул еды. Да какая еда, блин. Это все, что у меня на все время проживания. О, господи. Он сам спотыкается на эти ловушки. И они будут постоянно орать. У меня уши уже вянут. Все, вали отсюда. Так, мне нужно посмотреть, куда он свалил. Стоп, он в тюрьме, что ли? Нет, у него явно там какой-то кабинет. Кабинет, с помощью которого он наблюдает, видимо, за мной с помощью камер. Эй, чувак, ловите фак. Жалко, что в Майнкрафте фака показать нельзя. Но да ладно. И, друзья, ни в коем случае не забывайте про лайки и про комментарии, как можно отомстить братишке. Потому что вот это, конечно, это грань. Кидать меня в тюрьму, это была полнейшая ошибка, как говорил Танос. Роковая ошибка. И поэтому я ему точно отомщу. Отсюда явно как-то можно свалить. Конечно, кирки у меня нету, он у меня все инструменты забрал, ведь с помощью мода на вора можно забирать все вещи из инвентаря. И у меня вот что есть, только то, что он мне скинул, и просто плоть какая-то зомбака. Это мне нафиг не надо. Эту решетку сломать просто-напросто невозможно, потому что она сделана из неломаемой стали. Эти блоки также невозможно сломать, это можно, но это слишком будет долго. Но, зная его, он очень хорошо шарит в этих модах, с помощью которых можно делать разные лазейки. Он явно тут что-то сделал, явно нужно покликать по разным факелам, потому что с ними, блин, что мне с этим сделать? С ними явно что-то не то. Эти факела, возможно, мне откроют какой-то проход. Нужно вообще по всем блокам понажимать. И явно это не просто так. Правда, камера на меня сейчас наводится. Так, 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 так. Отворачиваешься, отворачиваешься, отворачиваешься. И все, теперь мы смотрим. И правда можно выйти, только... А, нет, на меня камера залетела. Господи, я надеюсь, он меня не видел, потому что камера прям... Вон он бежит куда-то. Стоп, 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 стоп. Пожалуйста, пожалуйста, лишь бы не ко мне. Так, ну, в общем, я нашел лазейку, с помощью которой можно отсюда свалить. Он, походу, вообще даже не в кабинете своем. Он ушел наверх. А наверху, по-моему, находится другой его подвал. И он меня спалит, если я начну сейчас прыгать по этим штукам. Так, а ну-ка, это мы сейчас закроем. Камера... Нет, 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 она меня видит. Секундочку. На всякий случай мне нужно будет подождать, пока она промотается. Отлично. И что же мы сейчас делаем? И вам... Опа, тихо. Нет, камера меня видит. Камера видит. Правда, я надеюсь, то, что он не валит. Так, подождите, подождите, подождите. Стоп, 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 стоп. Я спокойно перепрыгнул, и на меня даже это не среагировало. Он смотрит на меня, господи, посмотрите. Он где-то рядом. Он смотрел сейчас на эту камеру. Видели, как он телепортируется? Так, мне нужно понять, куда мне свалить. Я вообще здесь выхода не вижу никакого, господи. Нет, чувак, нет, 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 нет. Что ты делаешь? Чувак, стой, 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 стой. Я тоже смогу так с тобой драться. Я почему не могу его ударить? Он меня сейчас убьет, ай, господи. Я не могу двигаться, чуваки. О, он меня снова за поводок затянул. Охренеть. Я понял, как теперь чекать, смотрит ли он в камеру или нету. Там появляется над камерой его ник. Ножик опять скинул. Отлично, это мое. И сейчас я... Нет, я не могу выбраться. Так, окей, этот проход, он не помогает, потому что этот чел быстро смотрит и наблюдает за всем. Ладно. Так, что же у нас тут есть еще? Очень странная... Вы посмотрите, очень странная кровать. Объясните, как мне здесь спать вот над такой сосулькой огромной, которая будет висеть над моим лицом? Я, конечно, могу... А, нет, я не могу сейчас. Сейчас не ночь. Мы по кровати можем определять, ночь сейчас или день. Ну, значит, день на улице. Ладно. Так, следующий факел не работает. Этот, ну, мне кажется, это бессмысленно смотреть. Так, а теперь мы попробуем забраться. Но я не знаю, что мне сделать. Теперь мы чекнем коврики, потому что я... Вот, посмотрите. Явно этот коврик очень странно выделяется. И бам! Отлично! Я так и знал. Только камера, 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 камера. Он туда, по-моему, не смотрит. Так, а где он? Где он? Его ник я сейчас не вижу. По-моему... Нет, это его собака. Подождите. Куда мне идти? Я даже не понимаю. Секундочку. Его ника я нигде не вижу. Значит, мы можем быстро что-то... Нет, 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 я вижу. Я вижу, господи. И, по-моему... Нет. Стоп, стоп, стоп. Он ходит. Он ходит. Так, тихо. Мне нужно быстро, аккуратно сюда спрятаться. Типа я здесь и стоял, как ни в чем не бывало. Камеру он вроде как не чекает. Он ходит поверху. Значит, мы можем... А как отсюда свалить? Как отсюда свалить? Я не понял. Алло, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Блин, чуваки, мне нужна ваша помощь. Как его запранковать? Потому что он меня запранковал очень жестко. Так, здесь мне тоже такая себе камера. Снова чекаем... О, господи.
господи, нет, я сломал. Это что? Это... Стоп, это факел. И нет, этот не работает, это не работает. Я слышу, как открывается дверь. И правда открывается дверь. Так, секундочку. О, серьезно? Так, подождите, камеру? Нет, он в эту камеру не смотрел. Он вообще куда-то убежал. Я так понимаю, он у себя во дворе. Отлично, странно, что он не пошел сюда. Хотя, по идее, мой никнейм видно, наверное. Ну ладно, окей. У нас здесь, видимо, что-то... Я попал в ту же камеру. Кого вы прикалываетесь? Что мне с этим делать, чуваки? Я серьезно, я не могу отсюда свалить. Но пока он там ходит у себя по двору, охренеть, он лазейку, конечно, сделал. Я охренею от этого всего. Но погодите-ка. По-моему, там был еще один проход. Подождите, он возвращается. Он... Нет, он не возвращается. Все, валим отсюда. Мне нужно посмотреть второй проход. Вот, вот этот. Окей, нужно тут что-то тоже чекнуть. Потому что здесь явно что-то должно быть интересное. Опа, а это уже, по-моему, другая. Нет, подождите, это и правда другая камера. Но отсюда я никуда не проберусь. Что мне с этим делать? Эх, говнюк. Здесь, кстати, я тоже не выйду. Здесь нигде нет лазеек. Единственное, это вот этот коврик. А, благо, он пока не чекает камеры. Но вдруг он сейчас начнет чекать. О, господи, он сейчас только взял и чекнул камеру. О, господи. Этот мод очень странно работает. Он аж коцнулся здесь. Я надеюсь, он не выбежит отсюда. Он же ничего не сделает мне из-за того, что я в другой камере, да? Но, наверное, я же все равно в тюрьме, да? Хотя он наверняка знает про эти лазейки. Он наверняка их делал. Чтобы я почувствовал хотя бы какой-нибудь шанс. А, стоп, 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 стоп. Я его вижу. Я его вижу, и я вижу его с мечом. О, нет, 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 нет. Стой, стой, стой. Не убивай, не убивай. Просто мне эта камера больше нравится. Он сам попался в ловушку. Господи, блин, мне бы свалить отсюда, долбануть его как следует и свалить. Так, он сам попался на ловушку и не может из нее выбраться. Окей, так. А что такое? По-моему, сейчас, если он отвернется, я смогу попробовать что-нибудь у него украсть через решетку. А ну-ка, отвернись от меня, отвернись. Так, нет, у меня не получается у него ничего своровать. Я ничего не могу сделать, чуваки, для того, чтобы выбрать. А, он выбрался, окей. Мне вот интересно, как он сейчас поступит? Он меня затащит обратно в ту камеру или оставит меня здесь? О, нет, чувак, что ты делаешь? Что он делает? Ладно, я не буду двигаться, честно, у меня как-никак нет оружия, у него все-таки, он мне говорит, наступай. Ладно, так уж и быть. Я задолбался быть связанным уже, что мне с этим делать? Ну все, он меня обратно тащит. Да господи, чуваки, поставьте лайки и напишите мне в комментарии, что мне с ним сделать. Самое главное, не забудьте подписаться, потому что мне интересно, как эта история закончится с этим говнюком. Так, сейчас он развернется, и я попробую у него что-то стащить. Но он даже задом ко мне не встает. Нет, да что ж ты будешь делать, блин? Хитрец какой. А, все отлично, я выбрался, хотя у этого ножика не максимальный шаг. Так, я попробую у него что-нибудь стащить. Я стащил меч. Не, да, я стащил меч, чуваки. Я стащил меч. Правда, он ничего не заметил. А если бы он заметил, я ему могу пригрозить. Подождите, он что-то злака. Блин, я так рад, что я стащил. Так, он пока камеры не чекает. Мне, наверное, нужно немного посидеть здесь, чтобы не палиться. Как бы я буду сидеть тут. Окей. Меч у меня в инвентаре есть. Это прекрасно просто. И он, по идее, не должен запалить. Но если он сейчас зайдет, то я его попробую завалить. Вот серьезно. Хотя он явно наденет броню. Так, окей, по-моему, он ушел по своим делам. Хотя он прекрасно знает то, что я могу отсюда выбраться. Но ничего, сейчас я это сделаю прямо сейчас. Подождите-ка. Я могу, по идее, в ту камеру пробраться немного другим способом. Ну ладно, я сделаю это таким. Попробую немного свалить вот сюда обратно, потом мы забираемся вверх и попробуем найти здесь лазейку. Здесь явно есть что-то тоже интересное, мы же везде факела чекаем, и тут явно есть какой-то выход. И я его нашел, господи. Так, идем, я не знаю, как сюда забраться, подождите. Видимо, это как-то, наверное, блок выше, но дверь где-то явно рядом. Как мне сюда запрыгнуть, пацаны? Как мне это сделать? Эта картина явно какая-то странная. Я почему-то серьезно сюда пробраться не могу, а ну-ка. А, вот так она открыта стала. Куда мой меч исчез, он написал. Секунду, он же никуда, он же мне ничего сейчас не сделает, он же сюда не вышел. Так, он как-то очень странно написал это слово. Ладно, погнали, пока он находится где-то наверху. Ай, залагало. Пока он находится где-то наверху, опа, еще одна дверь, правда, ее никаким образом здесь не открыть. Но что-то это мне напоминает. Ладно, чекнем дальше, что у нас здесь. Здесь у нас, блин, я жалко туда запрыгнуть не могу, я не могу высоко прыгать, фак. Опа. Это что такое? Эллис Джек. Подождите, у меня есть меч. Секунду. Я понял, кто здесь находится, но как эта хрень появилась здесь? А, я не могу отсюда свалить. Я, кажется, нахожусь в его кабинете. Дайте мне только завалить этого говнюка. И так, здесь нигде нету этого говнюка. И так, здесь нигде нету. Он находится на улице, и его реально тут нет. Хорошо. Так, и что же нам нужно найти? Вот его компьютер, с помощью которого он смотрит за камерами. Ладно, его хотя бы тут нет, он не может посмотреть на камеру. И камер здесь, кстати говоря, нет. Посмотрим, что у нас тут. Камера, ага.
ножики и странная веревка. Так, ножик мне, наверное, один пригодится, если я попадусь на ловушку. И ключ! Что? А ключ в форме факела? Как это может быть работать? Так, забираемся наверх. Вот здесь очень странная фигня. Это не работает. Так, это у нас тоже не работает, это очень странно. И я действительно это не могу открыть. Какой-то очень странный блок. Окей, подождите, там была одна очень странная дверь. Секунду, а отсюда, если я выйду, я понял, где я нахожусь. Господи, это же самое начало тюрьмы. Правда, я не был только... Он умер от скелетона? Так, быстро, нам нужно свалить отсюда, пожалуйста. Сейчас нам нужно быстро вот эту дверь открыть. Я не могу это открыть даже. Что? Это не ключ? Это даже не ключ. Серьезно, чуваки, это обычный факел. Он обманщик, чертов. Так, нам нужно стащить другой ключ. Это же обманка жесткая. Так, нам нужно прыгнуть вот сюда. Опа, да, отлично, все сработало. И вот здесь это должно сейчас явно сработать. Опа. Ну-ка, посмотрим, что же это за дверь такая. Это мы закрываем. Он прям-таки над нами. Это где? Это что? Так, подождите, я, кажется, что-то вспоминаю. Лестница. Далее мы спускаемся вниз. А там, если он над нами... Опа! Этот туннель ведет прям в мой... В мою базу. Окей, не в мой дом, в мою базу. Кажется, мы с вами выбрались. Это было нереально круто, конечно, но я не знаю, сейчас он, если меня спалит, то это, конечно, будет мало не показалось, потому что у меня сейчас инфаркт хватит просто-напросто. И знаете, что я подумал? То, что мне тоже стоит сделать для него тюрьму, и я сделаю для него такую дичайшую тюрьму, где будут такие лазейки, для которых он не догадается. Так, там пухли находятся. Отлично. И правда, я дома. Господи. В общем, хочу сказать, ни в коем случае не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии. Если хотите больше таких роликов, то просто-напросто скажите мне об этом. Ну, а с вами был тот самый опаснейший Феликс Эмилибри. Зацените его ролик на его канале. Всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока.